Добрый вечер, я диспетчер, мы продолжаем проходить Stalker SGM-2.2 Gunslinger Mod. В прошлой серии мы остановились на том, что мы починили гаусс-пушку и получили детектор сварог. Также мы должили информацию насчет профессора, и за это он нам дал наградной тайник. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Приятного аппетита тем, кто ест и пьет, приятного просмотра! Да, я вернулся, ребята. У меня просто компьютер сломался, но я не буду об этом рассказывать, потому что... А зачем? Я вернулся уже хорошо. Честно говоря, я уже немного поиграл, то есть у меня были дополнительные... Что? Погодите. Чего? Молодец, что уходишь. Также я немного поиграл, конечно же, в Сталкер, ну, во-первых, чтобы освоиться, а во-вторых, я выполнил дополнительные задания. Предпоследнее дополнительное задание – это передайте все собранные сканеры Новикому. Почему я это не знал на серии? Потому что там какой-то новый детектор сварог, когда я узнал. Ну, я не читал, и поэтому захотел на серии это все сделать. Вот все твои сканеры. Ого, отличная работа. Немедленно начинаю работу над обработкой результатов замеров. И я по поводу информации для модифицирования детекторов. Так, значит... Результаты измерений, снятых с принесенных тобою сканеров, я обработаю. Но, как я уже и говорил, мне понадобятся специальные схемы и инструменты. Сведения про местонахождение инструментов у меня есть. Найти их тебе не составит особого труда. С чертежами и схемами хуже. От сталкеров долго удалось получить лишь приблизительные сведения о том, где они могут быть. Упоминалось два места. Это ЗРК Волхов, там раньше располагалась военная база и цементный завод. В общем, отправляйся туда и постарайся отыскать нужные сведения. Понял. Все? Так. Знаете, еще забыл сказать. Я немного заработал денег. Получил артефакты. Вот теперь у нас есть этот гелий. А также... он мне показывает? Я, короче, гаусс-пушку прокачал. Вот. Спасибо. Теперь она намного лучше. Намного красивее. Короче, офигенная. Но мы сейчас тогда не будем медлить, мы как раз отправимся на затон по двум причинам. Первое, это забрать наградной тайник, который нам дал связной, вот он. Ну и пойти на ЗРК Волхов или как раз цементный завод. У нас тут, смотрите что, я пришел на станцию переработки отходов, а тут у нас наемники. А я, поскольку долговец, меня наемники вообще не любят. Может быть, я могу пробраться как-то? Где этот тайник? Но они меня пулять сразу начнут, это безоговорочно. Раньше они хотя бы предупреждали, а тут нет. Кстати, ребят, у меня появились новые патроны, называется Дум-Дум. Вот. Они, короче, очень мощные. Давайте тогда по-тихому вот так вот. Бам. И бам. Блин. Ну все, тревога поднялась. Ладно, мы не за этим пришли, мы пришли забрать тайник и все. Вот он, зараза. Что? Зачем нам тут тайник, если мы нашли уже какой-то тайник? Нам, точнее, детектор. Так, детектор Омега. Походу, он намного лучше. Ну, может быть. Это сколько метров? А, непонятно. Там 50 метров расстояние. Ну ладно, пусть будет такой. А все, что ли? Что еще нам дали? Мешочек с деньгами, 6000. Далее ремкомплект и ремкомплект. Для оружия и брони. Хорошо. Так, это получает... Не, мы это оставим по-любому. Потому что это как не как редкость. Кстати, еще помимо этой редкости я... Да, отстаньте уже. Я помимо этой редкости у меня в тайнике... Ой, точнее в ящике там 14 детекторов Велес. Вот как раз этих наемников я и выбил. Я как раз на ЗРК Волхов бегал, когда сканер собирал. Они там два раза спавнились, вот я и заработал столько велесов. Ну, я их сохраняю, потому что я понял, что они необходимы. Мало ли, еще какой-то детектор будет. Ну тогда ладно, мы отправляемся уже в лабораторию.
Потому что я не вижу смысла идти и искать вот этот... Как это зовут? А, искать вот эти схемы. Ну, это муторно, да и неинтересно. Я хочу немножечко развиться. Я лучше это за кадром сделаю. Все, понимаете? Все интересы, если это дополнительное задание интересное, там, какое-то необыкновенное, да, то я выполняю его. А это сходи, принеси, поищи, подай, уйди. Не знаю, я такое не хочу. Конечно, в основном сюжете, может быть, и есть такое, но не всегда. Там сталкеры сейчас разрежут. Но он справится, я уверен. Ладно, меньше болтовни, больше дела. Отправляемся уже в лабораторию. Так, я в Припяти, но я пока не отправляюсь в лабораторию, потому что было задание, когда я приходил в Припять, что пропал связной. Давайте же подойдем к нему. Насчет часового. Его сигнал идет от старого гастронома, но человек на вызове не отвечает. Возможно, потерял передатчик. Хотя вряд ли. Что тут можно сказать наверняка? Нужно проверить. Спасибо, полковник. Думаю, я справлюсь. А также какая-то операция «Вулкан». Полковник, а что за операция «Вулкан»? Они только и говорят. Суть операции определена главным образом в уничтожении скопления противника возле мест грядущей высадки вертолетов для эвакуации. Мы вынуждены собрать спецотряд и отправить его в зону недоброжелателей. На данный момент отряд уже организован и ждет дальнейших указаний. Ваша компания такой приоритетной операции будет нельзя как кстати. Я согласен, сколько человек сейчас в отряде? Отлично, в отряде 5 человек вместе с майором Сайгой, который назначен командиром операции. Сейчас отряд находится во дворе и скоро будет выдвигаться. Я поговорю с майором Сайгой насчет вас, а вы пока идите во двор. Понял. Так, ну вот это уже точно не оригинальное задание. Ну давайте посмотрим. Или это задание оригинальное. Я просто такого не помню. Но сначала смотрите. А, это, да, не оригинальное. Сначала смотрите. Часовой и лаборатория. Думаю, давайте сначала лучше вот это дополнительное задание сделаем. Это тоже мне интересно, что это такое. О. Тут анимация у тебя. Здравствуй, майор. Ковальский доложил, что время выдвигаться. Вы что, с нами? Да, я с вами. Хорошо, тогда начинаем операцию. Следуйте за мной и моим отрядом. Понял. Стоп, я только что понял, что мы идем к вертолету. То. А, я понял. Мы будем. Я только что забыл, что мы читали. Мы идем, чтобы очистить территорию от монолита, чтобы потом в дальнейшем, когда мы шли на нас, меньше было этот нападений. Я только сейчас это понял. Но лучше поздно, чем никогда. Да давайте уже, идемте. Мы крутые, как никогда. Прометей. Что это знакомый, кстати, Приметей? Ты кто? Монолит? Тебе нормально? Стоп. Мне просто интересно. А. Каким, когда мне монолит успел стать нейтральным? А. Ты что, серьезно? Он там что, шлем не протирает, что он не видит этого? Или он устал и спать начал, я не знаю. Бред какой-то. Серьезно, это очень странно. Ну ладно. И что, мы куда идем? Я не понимаю. Мы занимаем какую-то оппозицию. Но откуда вход вообще идет?
Мне куда встать-то надо? Может быть, показано. А, вот сюда. Давайте встанем. Сюда? Или сюда? А, о, господи, я испугался. Вот сюда, наверное. И чё? А, вон они. А можно побыстрее? Я как бы хотел еще в лабораторию, часовой. Где часовой я меньше всего хочу, там ведь контролер будет. Но гаусс-пушка сделает свое. А, на втором этаже, ё-моё. Это ломается? Походу нет. Мышка заела. Капец. Как мне на второй этаж попасть? Наверное, где-то... Да, вот, я нашел. Ты что, дурак, что ли? Я слышу шаги такой... Да гигант, что ли? Ты что здесь забыл? Ты еще не умираешь, стой! Я ржи... Не ори! Я сам сейчас заору. Фу, слава богу. Гаусс-пушка это просто спасение. Но, конечно, если я получу так испуг еще один раз, мне покажется, уже меня не увидеть. Ладно. Где эта позиция? Военный, я вас сейчас пошлю куда подальше, вы здесь умрете. Конец. Скопление монолитов уничтожить. Так, все, всех убили. Поговори с лидером отряда. Ну, у вас такого интересного ничего не будет, значит, не надо. Алло, лидер, ты где? Вот ты где. Хорошая работа, майор. Скопление монолита обезврежено. Ну что, на базу, да. О, нас телепортировали. Тогда, раз нас телепортировали, мы телепортируемся. Куда? Я думаю, мы пойдем к связному. Ладно, так и быть. Пойдемте его проверим. Так, у нас задание обновилось. Найти часового. Вы что, уже пришли, что ли? Так, во-первых. Во-вторых. Это где? Я что-то не понял. А как задание? А куда задание пропало? Кто-нибудь что? Нам туда идти. Вот оно куда. Ну, ребята, сейчас контролер нам такую взбучку даст. А мы ему тоже покажем. Мастер-класс. Это же здесь? Это не здесь. Нет, это здесь. Что-то я не понял, куда идти. Нормальная у меня текстура. Круто. Я, кажется, кстати, нашел точку. Куда надо идти? Нет, я не нашел. А, монолит. А взрываться? Понятно. Мне кажется, задание забаговалось, ребят. Я реально не понимаю, где, куда. Видите, я включил сталкер, чтобы посмотреть на мини-карту. Здесь даже трупа нету. Походу, сегодня будет серия растерянный. Растерянный и ничего не знаю. Мы тогда закончим на эту серию. И... Та... Что это там было? Вторая серия выйдет скоро, в принципе. Вы не будете там ждать неделю и так далее. Я вообще рассчитываю на то, чтобы я каждый день записывал ролики. Поэтому на этом мы заканчиваем. С вами был я, Диспетчер. Подписывайтесь и ставьте лайк, если вам понравился видеоролик. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.